наших родителей. Веселые истории увидеть не хотите ли? Веселые истории экран покажет наш. Веселые истории в журнале Ералаш. В журнале Ералаш. Не ленись! Активно! Активно! Потеряева! Ты пойдешь сегодня на футбол? У нас самая ответственная игра сезона! Я не люблю футбол. Но раз ты там будешь играть... Буду. Тогда я приду. А где Синичкин? Эй, Синичкин! Синичкин, тебе особое приглашение нужно! Запомните! Сегодня вы играете за честь нашего лагеря. Итак, Иванов, Петров, Сидоров, Ларионов, Ежов, Крапивин, Семечкин, марш на поле. А я? А ты, Синичкин, сегодня в запасе. Ну, пожалуйста, только не сегодня. Не спорь с тренером. Рано, Синичкин, рано! Давай, давай, пасуй! Ты почему? Я тоже хочу на поле! Сергей Николаевич, ну выпустите меня на поле! Рано, Синичкин, рано! Сергей Николаевич, ну выпустите меня на поле! Рано, Синичкин, рано! Ну почему? Давай! Не могу я тут сидеть! Мне играть надо! Пойди! Куда ты, Синичкин? Потеряева, ты что, только пришла? Ну да. Ну я же говорил, рано, Синичкин, рано. Берегите лес! И еще чего! Уважаемые туристы, напоминаем! В связи с пожароопасной обстановкой категорически запрещается разводить костры!
Нам что, шашлык сырым, что ли, есть? А может, мы чайку вскипятить хотим? Или картошечки испечь? Помните, лес – это наше богатство. Пожароопасная обстановка. Костры разводить запрещено. Немедленно потушите костер. Ребят, может, потушим? А что он нам сделает-то? Ему здесь даже сесть негде. Давай, давай, лети отсюда! Да, ура! Ты мне хоть в воскресенье дашь поспать? Катька, выгляни в окно. Что я там не видела? Выгляни в окно, там Семенов. Да иду, иду. Ну, видишь? Ой, Семенов. Ну, что я тебе говорила? Я думала, он меня терпеть не может. Катька, если б ты знала, как я за тебя рада. Наши девчонки обзавидуют. Лепехина, я тебе перезвоню. Посмотрим, посмотрим, что там происходит. Поглядим, поглядим. Так, я ничего не пропустила. А где Катька-то? А, вот она, летит к своему принцу. Толик! Ой, я не могу. Какое счастье Катьке привалило. Толик, прости меня. Ну что ты застыл, как истукан? Подойди к ней, возьми ее за ручку. Какие же вы мужчины нерешительные. Ты мне тоже давно нравишься. Еще со второго класса. Я тебя тоже... Веселые истории нам покажет наш веселые истории в журнале Ералаш. Па 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 па
Чует мое сердце, что его любая девчонка подцепить может. А я давно хочу его на прочность проверить. Придумала! Ты подойди к нему, состроим глазки, предложи вместе с горки скатиться. А он наверняка клюет, станет тебе клеиться. А я в этот момент как, выскочу? Ах ты, изменщик такой! Я тебе покажу, как моим подружкам приставать. И как дам ему шлепанцем по башке, поняла? Здорово. Ну, Оля, давай вперед. Саш, привет. Привет, Киселева. А где Юля? А зачем тебе Юлька? Она что, лучше меня? Киселева, ты чего? Саш, давай вместе с горки прокатимся, а то я одна боюсь. Ну вот еще, я лучше с Юлькой прокачусь. Саш, а помассируй мне, пожалуйста, плечо, а то в бассейне больно ударило. Давай чуть-чуть пониже. Пониже? Да. Иди отсюда, Киселева, хватит. Пожалуйста. Кому говорю? Отстань. Саш. Саш, а ты целоваться умеешь? Киселева, да что тебе от меня надо? Ах ты, предательница такая! Подруга еще называется! Я тебе покажу, как чужим мальчикам приставать! Да ты же сама просила проверку ему устроить! Что? Ну, подумаешь, это шутка такая... Говорит. Это я, скатерть. Какая еще скатерть? Скатерть-самобранка, во. А почему на полу? А чего ты меня-то спрашиваешь? Куда положили, там лежу. Не может быть. Так. Значит, самобранка, говоришь? Самобранка. Ну, докажи. Чего изволишь? Дай-ка мне что-нибудь пожевать. Пожалуйста. Ух ты! То слово. А ну-ка, дай-ка мне теперь курочки. Но чтобы корочка была хрустящая. Угощайся. Значит, все можешь, говоришь. Естественно. О, а математику приготовить сможешь? Да не вопрос. Карли Ярус.
Брось, потяни и завей. Используй различные аксессуары. Промой в теплой воде и завивай снова. Адели, Милли, Хейли, Бейли. Почувствуй силу кудряшек. Монстр Флекс. Долгожданная серия 3 уже в продаже. Кто из них сильнее и опаснее? 14 новых сверхтянучих супергероев. Найди особых, светящихся в темноте. Монстр Флекс. Растяни удовольствие. Твой Вантой. А правда, что вы всегда ложитесь на больное? Сережа, забери заказ. Здравсити. Лекарства с доставкой. Куда бы ни лег ваш кот. Миньоны и Растишка представляют. Шикани себе поездку на море с Растишкой. Же селфи с хэштегом Шейканика и выиграй путешествие на море от Растишки. Мальчишки, девчонки, а также их родители, веселые истории увидеть не хотите ли? Веселые истории экран покажет нам. Веселые истории в журнале «Ералаш». В журнале «Ералаш». Пап, а ты чего-нибудь боишься? Конечно, боюсь. А чего? Боюсь, чтоб ты у меня дураком не вырос. Вот и я этого боюсь. В смысле? Ну, у нас в классе каждый мальчик что-нибудь умеет. Вот Мальков, например, классно играет на гитаре и поет. По нему все девчонки угорают. Понятно. А Костяков даже летом клад древний нашел. Прямо клад? Древнюю амфору с монетами. В море. Он подводным плаванием занимается. Круто. А Анисимов круглый отличник. Что ни спроси, все знает. Прямо ходячая Википедия. И что? Ну, а я... ничего такого не умею. Ничего. Ну, погоди, сынок. У тебя есть еще время. Ну, что, пока не подрос окончательно, научишься чему-нибудь. Свет есть, можно работать. Пробки выбило. Давай, иди сюда. Ну давай, погнали. 20 минут осталось. Потом хищники выйдут, так ничего не успеем. Не забудь второй раз. Готов? Готов. Юля, поднимай. Аккуратней. Ну, носочки потяни. А жаловаться мамке вечером будешь. Понял?
я иду. Да не я это. Чё всегда я? Ну, здрасте. Здрасте, девочки. Говорю, не я это. Честное слово. Нет, ну... Ну, заходи, голубчик. Интересно, что там? Я слышал, что хулиганов там секут розгами. Розгами? А я слышал, что там стоит шкаф, который отодвигается, и ты попадаешь в комнату пыток. Ну, держись. Попался. А я слышал, что там есть кресло, как у зубного, и хулиганам вживляют чип, который отвечает за хорошее поведение. Так, чудесненько. Я не понял. Сейчас поймешь. Ага. Так. Молодец. Эх, как же хочется туда хотя бы разочек попасть. Для таких, как мы, туда дорога закрыта. Да уж, мы никогда туда не попадем. Мальчик, мальчик, слушай, а что там? Не ваше дело, ботаники. Ну все, мне это надоело. Так. Ну, я не знаю, что сейчас делаю. Иди-ка сюда. Иди-ка сюда. Да не я это, честно слово. Что? Больше и некому. Да я-то тут при чем? Иди, иди, ты ничего не делал. Мы никогда туда не попадем. Это ты? Да, бабуль, я. Вот молодец, сегодня вовремя. Давай, мой руки и к столу. Твои пирожки любимые готовы. Платошенька, детка, а что случилось? Вообще наглёшь. Прикинь, бабуль, иду я после школы по улице. Господи, какой кошмар! Слушай, он хоть не ушибся? Да не!
прям конец света какой-то. И это твой лучший друг, Славка Щукин? М? Ага, друг. Вот там он мне в нос и врезал, а я ему за это в ухо дал. Платошенька, ну как же так? Ты же мог инвалидом остаться. Вы же все-таки друзья. На, ешь. Бабуль, все нормально. Это уж я потом ему штанину оторвал. После того, как он мне под глаз коленом двинул. Слушай, ну а вы-то потом помирились? Бабуль, да ты чего? Мы даже не ссорились. Сегодня в театр сходим? Нет. Давай лучше в кино. А на какой фильм? Давай на «Стражи Галактики». Там такой милый енот. Ну, давай. Ты посмотри, эта Танька так и липнет к Петьке. Ты представляешь, Петька с Танькой вчера в сквере с собаками гуляли. Ну? У Таньки собачка вырвалась и бежать. Петька за ней поскользнулся и прямо в лужу упал. Куртку новую испортил, весь мокрый, грязный. И собачка Танькина тоже. Да ну, во дела. А я и говорю, так, ферзь. Народ, слышали новость? Танькина собака на Петьку набросилась, новую куртку ему порвала. Бедняга, теперь ему уколы от бешенства колоть будут. Уколы от бешенства? Эй, ты куда? Эй, слышали новость? Петьке в больнице уколы от бешенства делают. Зачем? Потому что его бешеная собака покусала! Бешеная собака? Где? На улице? Где-где? У Таньки дома, конечно. Он целыми днями торчит. А у нее собака злая. А с Танькой-то что? Ну и ей, конечно, досталось. Да ты что? Ребята, внимание! Новость номер один! Какая? Что случилось-то? Что такое? Петька-то взбесился! На Таньку набросился! Набросился? Танька в больнице в реанимации лежит! Вся покусанная! Живого места нет! Ой, а что с Петькой? Его, наверное, в психушку увезли? А Танька что? А Таньке сейчас уколы от бешенства делают! От бешенства? Может, от бешенства? От бешенства? Вот жесть! Ребята! Что? У нас в школе эпидемия бешенства! Ой, я боюсь! Петька Петров из психушки сбежал! Из психушки? Здесь вот санитарок перекусал! На Таньку набросился и ее тоже укусил! Теперь они на пару по школе бегают и всех без разбору кусают! Что смотрите, идут! Петька, стойте! Бешеные! Спасайтесь!
Однажды, в канун Нового года, в жизни Васи Сидорова произошла очень важная встреча. Мои шарики. Лови, лови их. Мои шарики. Ну что же ты наделал? Ох, Сидоров, в следующий раз будь поаккуратнее и смотри, куда бежишь. А откуда вы знаете, как меня зовут? А я, между прочим, Василий, добрая фея. И шарики мои волшебные. Каждый шарик исполняет одно желание. Можешь взять себе один. Только смотри, не упусти. Нашли простака. Почему всего один? Ха, ничего себе. Ты что, со мной торговаться будешь? А вы знаете, как я у вас лбом ударился? И локоть болит. Мне одного мало. А ты посмотри вокруг, сколько детей. У них, наверное, тоже есть какие-то желания. Как ты думаешь, согласен? А вы думаете, это было легко? Кто ваши шарики-то спас? Ты, о, храбрый герой. Вот-вот, я храбрый герой. Значит, все шарики мне. У нас желаний много. Ой, улетели, улетели. Больше Вася Сидоров в своей жизни добрую фею не встречал. Такая, как бы у нее телефончик попросить. Так чего проще? Подойди и спроси. Так просто? Ни с того, ни с сего взять и подойти? Ну да. Пройдись перед ней туда, сюда. Дай кому-нибудь по щам. Покажи, насколько ты крут. Ну давай! Пошел. Фу.
Эй, новенькая, телефончик дай. На, бери и телефон, и наушники. Только не подходи ко мне. Пожалуйста. Вы еще носите с собой два тяжелых ботинка с колесами? Хватит! Хотите в любой момент прокатиться на роликах с ветерком? Цените свободу передвижения? Тогда флеш-роллеры Голливуд именно для вас. Ролики, которые за несколько секунд можно надеть прямо на обувь любого размера. Смотрите, как все просто. Вам нужно только отрегулировать их по ширине обуви. И можно кататься. Встроенные в колеса светодиодные элементы переливаются яркими разноцветными огнями и днем, и ночью. Все внимание окружающих будет приковано к вам и вашим роллером. Катаясь, вы полностью контролируете свою скорость и в любой момент можете просто перейти на шаг. В отличие от обычных роликов, роллеры Голливуд не нужно будет снимать, если нужно зайти в магазин или проехать пару остановок в общественном транспорте. Флеш-роллеры Голливуд – современная альтернатива традиционным роликам. Звоните прямо сейчас, и мы отправим вам флеш-роллеры Голливуд всего за 999 рублей. В подарок вы получите удобный складной рюкзак. Звоните скорее! При аллергии глаза слезятся, и из носа течет. Но я знаю, что делать. Зодек может облегчать различные симптомы аллергии и может начать действовать через 20 минут. Зодек. Жизни да, аллергии нет. Создай свой бит с новыми наборами и бесплатным приложением LEGO Video. В нашем Тархуне есть Тархун. Черноголовка. Голос природы. Мальчишки и девчонки, а также их родители, веселые истории увидеть не хотите ли? Веселые истории экран покажет наш. Веселые истории в журнале. Ералаш. Это интонация. Ты заходишь и говоришь: Петро, иди сюда. Он подходит, и ты ему говоришь: слушай, Петро, заруби себе на носу. Если ты меня еще раз хоть пальцем тронешь, я тебе не знаю, что сделаю. Понял? Угу. Пошел. Чего? Иди сюда! Чего? Заруби себе на носу! Чего? Если ты меня еще хоть раз пальцем тронешь, я не знаю, что я тебе сделаю! Дим, главное – это интонация. Ты ему как сказал? Петров, иди сюда. А надо было. Петров, иди сюда. Слушай, Петров, заруби себе на носу. Если ты меня еще раз хоть пальцем тронешь, я тебе не знаю, что сделаю. Понял? Главное – это
интонация. Ты ему как сказал? Да сам попробуй. Пожалуйста. Петров, иди сюда. Чего? Иди сюда. Иду, иду. Слушай, Петров, заруби себе на носу. Если ты еще раз Диму хоть пальцем тронешь, я тебе не знаю, что сделаю. Понял? Понял. Можно идти? Можно. Можно! Спасибо. Прошу потише. Пожалуйста. Это что такое? Можно потише? Ha 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 ha!
Ты где находишься? Как же тебе не стыдно? Ты же тут не один. Читай вслух, пожалуйста. Привет, мам. Привет, милый. Привет, пап. Ага. Мам, а ты кем хотела быть в детстве? Я? Я хотела быть актрисой. Ёлочки, холодно зимой. Маленькую ёлочку взяли мы домой. Браво! Пап, а ты кем хотел быть в детстве? А я хотел быть дрессировщиком. Тигров и львов, але хап! Леопольд, ко мне! Хоп! Юла пошла, пошла Юла! Апорт, апорт! Хорошо! Молодец, лев! Хоп! Прыгай, молодец! Змейка! Хорошо! Волос, волос! Молодец! Молодец! Эх, расшумелись тут. Ах ты, дорогой. А ты кем хотел быть в детстве? Да! Ты знаешь, внучек, а детства-то у меня и не было. Как, совсем-совсем не было? Да, совсем не было. Правда. Ведь ты прав, внучек. Дед, деда! А, да. Ой, внучек. Ой. Ух ты! Да. А что это, внучек? Я обо всем договорился. О чем? Ты завтра вместо меня идешь в школу. Ой, а зачем? Потому что детство должно быть у каждого. Ну, я пошел. Ну, внучек, спасибо тебе за счастливое детство. Да, за счастливое детство. Вот, вот, вот. А ну-ка, брысь отсюда. Вот, я понял. В детстве я хотел стать дедушкой. Дедушкой. Thank you.
Малышка, а ты к кому? К маме. А фамилия мамы как? Андреева. Ах, Андреева, ну проходи, проходи. Вон туда иди, вон туда. Я знаю. Ну хорошо. Алло, Андреева? Встречай дочку. Господи, Алиса, что случилось? Как ты сюда попала? Что случилось? Боже мой, через всю Москву. Мам, я только пришла спросить, можно я немножечко погуляю? Кошмар. Телеканал «Карусель» представляет Национальная детская премия «Главные герои 2021». Кто на свете всех милее, всех любимей и главнее? Решаешь только ты! Заходи в группу телеканала «Карусель» ВКонтакте и голосуй за своих главных героев в 14 номинациях. А кто выбрал, молодец! Хайкуки в магните! Топчик, берем! И не пропустите супер цены. Абрикосы 129,90. Создай свой клип с бесплатным приложением и наборами Lego Video. Снова понервничала, и вот от боли скрутила живот. Нож Пофорта действует избирательно, помогая устранять боль в животе. Двойная сила в одной таблетке. Нож Пофорта. Мальчишки и девчонки, а также их родители. Веселые истории. Увидеть не хотите ли? Веселые истории. Экран покажет наш веселый.
Я пошел. Ну иди к своей перепелке. Ну и пойду. Ну и вали. Ну и свалю. И не забудь свой дурацкий телефончик. Ты что натворил-то? Ну все, теперь уже точно все. Вот и катись. Спокойно, Настя, спокойно. Ты чего? От меня Вася ушел. Навсегда! О, горе луковое. А может, вернется? Нет, не вернется. Успокойся. Сейчас вернем мы твоего Васю. Метод старинный. Я сама не пробовала, но читала, что помогает 100%. Как вернуть любимого? Возьмите 2 крысиных хвоста и глаза жабы. Ладно. Напишите на бумаге имя любимого. Я не бумагу зажигаю, а сердце раба Васьки Петрова, чтоб загорелась в нем любовь к подруге моей рабе Насте. Любовь загорелась. Я приказываю тебе, раб Васька, поворотись обратно к рабе Настюхе и люби ее до конца дней своих. Да будет так. Ой! Готово. А он точно вернется? Приползет, как миленький. Я открою. Я же говорила, приползет, как миленький. Я здесь. Винтик от мобильного потерял. Новая училка, она у нас чудачка жуткая, да еще и глухая. Глухая? Ну да, перенесла какую-то инфекцию и бац! Осложнение на оба уха, приходится кричать. Угу. Подожди, я сейчас посмотрю, там она или нет. Ольга Борисовна, вы моего папу вызывали. Пришел наконец-таки. Да, но вот только вы понимаете, он немного того. Чего? Идиот! Как идиот? Да, и слышит он плохо, понимаете? Он бывший танкист, потом был в бой, стреляли, потом бац! Контузия. Ну хорошо, Митрофанов. Пусть войдет. Ну?
Здравствуйте! Здравствуйте! Как ваше имя, отчество? Андрей Петрович, а ваше? Ольга Борисовна! Как он учится? Нормально! Сплошные двойки. Как двойки? Так вы что, не контуженный? А вы не глухая? А ну-ка, Митрофанов, заходи. А? Чего? Не слышу!